veloskladr.rf. Красивая женская моделька с изогнутой верхней трубой, чтобы было удобно запрыгивать и спрыгивать. Велосипед отличается высоким качеством исполнения. Вы можете сравнить для интереса с прошлогодними Джули. В новом году рамы выглядят действительно интересно. Швы стали меньше, они не такие жесткие, а более гладкие и аккуратные. Что касается навески, тут масляно-пружинная вилка Santur XCM с ходом 100 мм, двойные обода, 27 скоростей на любительском оборудовании Shimano. Переключатели весьма неплохие, они отрабатывают свои задачи, меняя скорость плавно, хотя побывав в песке, все же напугают хрустами и менее стабильной работой. Но если вы хотите что-то серьезное, то лучше прокачайте навеску, сделать это гораздо проще, чем гоняться за ней. В итоге у нас достойный велик для девушек, заточенный под фитнес и прогулки. Ссылка на модель в описании ролика. Сайт-магазин veloskladr.ru.